Вот так-то, друзья мои, мы в Walmart'е, ой, то есть в Walmart. 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 Сейчас мы ищем печеньки. Сейчас мы ищем печеньки для наших друзей. Подошел к концу наш рабочий день. Сейчас, как говорится, после хорошего трудового рабочего дня мы идем покупать печеньки. Миша покупает печенюки и едем к друзьям на ихнюю флет. В общем, веселиться, кайфовать, веселиться. Сейчас вот выберем и поедем. Ну что ж, как-то вот так. Так что, друзья мои дорогие, сегодня мы решили посетить Walmart. Вот вам печенюшки, конфеты, сладкие, сникерсы. Вот вам сникерс, как у нас в Шымкенте. 4,27. А почему здесь написано 3,38, а здесь 4,27? Это скидка? Да. А что это такое? Это, говорится, за одну. Видишь? А, за одну. Здесь это центов, это копейки. Это 38 центов. А копейки по-русски это центов. Ой, ё-моё, вот же написано центов. Да. Общая 4,27 долларов. Видишь, посмотрим на видео, так. Так, смотрим. Так вот. Смотрим. Вот здесь 38. 38 центов. За одну. За одну. Там умножаем на 6. 6. На 6. 229 долларов. Это он divided by. Divided 60. Ну, примерно. Да, нормально. 3,84 у нас получилось. Здесь 4,27. Нормально. Здесь additional tax тоже. А, понятно. Такса, да, или как называется? Да. Налог, да? Вот оно в чем дело. Let's go. Да? Да. Hello, Shimkent YouTube. You best of the best. Thank you for sending ambassador from Shimkent to America. Maybe you say hi, Dmitry. It's my friends who created all video. If you say it's very good, hi Dmitry, hi Shimkent YouTube. Hi Dmitry, hi Shimkent YouTube. Hi all the YouTubers out there. Hope you come and enjoy this video, because it's the best ever. Yes, Shimkent YouTube, Shimkent channel, the best of the best channel. Yeah. For real. So let's go. Сейчас все, оно же снимается там. Так, получается. Так, это 25. Это 25, правильно? Да. 25, 25 центов. Так, туда. Чао, here, yes? Стабей. Ага. One more. Yes? Ага. And here, push. Okay. Какой ты хочешь там? Maybe. What is your advice? Попробуй Coca-Cola Cherry. О, no. Нет? Окей, no. Okay, может быть это Coca-Cola. Да. Maybe here. Я взял Coca-Cola. It's so strange. Друзья, мы взяли Coca-Cola в Walmart. Это ECM Normal, Coca-Cola с медвежонком в Walmart'е. Это Америка, друзья! Это Америка! Окей. Все, thank you. А у нас так свободно в Шымкенте. Ходим, снимаем. Ну да, здесь свободно тоже. Здесь for tourist. For tourism. Да. If you tourist. А если ты здесь живешь, как бы это ненормально, да? Здесь нормально. Здесь все нормально, а просто так. Просто здесь все нормально, здесь даже делаю. Я могу показать YouTube, что там они так делают. А, понятно. Окей. Будем знать. Так что вот так, друзья. Сейчас мы едем к нашим друзьям на нашу квартиру после нашего огромного рабочего дня. Ну что ж, едем отдыхать. Всем привет, это вечернее включение из Калифорнии, Сакраменто.
Был замечательный вечер, мы погуляли по вечернему городу, увидели очень многое, поговорили, я просто познакомился просто с мега кучей людей, вот, увидел, познакомился, много кто давал советы, в общем, очень много всего узнал за вечер, у меня уж прям, вон какие большие глаза, большие уши, в общем, сейчас мы находимся в магазинчике, решили сюда заехать, взять как-то лекарство, я здесь, мой друг из Шымкента, не скажем какой, тот, который меня монтирует постоянно, попросил кое-что узнать, вот, в данный момент сейчас подойдем и узнаем, что да как, какие цены и есть ли этот товар здесь на прилавках. Также хочется сказать, пока я в включении, что хочется сказать о медицине. То есть, например, в русских и в украинских этих аптеках можно выбрать больше и без рецепта, нежели чем в американских аптеках, потому что здесь нужен рецепт и намного все дороже. Например, вот то, что мой друг попросил, в американских аптеках нету, и там нужен рецепт. Есть как бы отдельные вот прилавки, как вы сейчас видите, есть отдельные прилавки, где можно купить. Вот видите, вот, например, чек, то есть вы подходите и покупаете. Но есть там чуть-чуть впереди вот отдельные прилавки, где нужно брать только по рецепту. Это так же, как у нас в Шымкенте, там Талгин, Пенталгин, я не знаю, ничего действует, не действует. Ну, то есть какие-то запрещенные лекарства, так что есть как бы, которые без рецепта, есть с рецептом. Поэтому вот две разницы, где можно и как можно покупать лекарства в Калифорнии. Вот, не знаю, как в других штатах, но здесь вот такие правила. Ну что ж, у нас сейчас 11 часов ночи. Мы вот заехали в такой восхитительный магазинчик. Вон там впереди у меня молоко, сейчас я вам покажу. Друзья, опять минута философии мне, вам, то есть от меня вам на ночь. Берегите себя и берегите тех людей, которые вам дороги. Любите их, наслаждайтесь с ними жизнью, потому что наша жизнь такая короткая. Если вы кого-то любите, любите по-настоящему. Не стремитесь найти чего-то большего, чего-то лучшего. Любите тех, кто любит вас, и все у вас будет хорошо. И верьте в себя как можно сильнее. Все у вас будет нормально. Я вот вам хочу пожелать как можно больше добра, позитива. Добра, 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 добра! Шымкентский канал вам только добро желает. Добро, позитив, как можно больше. Вот как видите, вот это молоко. Вот чтобы у вас столько же, вот видите, очень много молока. По 3,38 за 1 паунд. 3 литра. 3 литра за 2 доллара. Вот чтобы у вас тут столько же много было добра, здоровья и позитива. Берегите себя, удачи во всем вам. Любите тех, кто любит вас. Остальных не любите, не надо. И любите нас. Шымкентский канал только для вас. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего вам самого доброго и хорошего. Пока-пока.